В Кобейском районе стартовал месячник по охране природы. Его приурочили к 11-й республиканской экологической акции «Природа и мы». В районе начались массовые субботники по благоустройству и санитарной очистке территории. Первыми экологические акции подхватили трудовые коллективы и муниципальные предприятия. Подробности у наших корреспондентов. Подлинное экологическое благополучие населения может быть обеспечено на уважительном отношении каждого жителя к среде проживания и на основе постоянной работы различных структур в области охраны окружающей среды. Принимая и понимая этот факт, Кобяйская улусная инспекция охраны природы совместно с трудовыми коллективами районного центра Сангар в предпраздничные дни провели большой субботник. Вышли на субботник в рамках российского субботника «Зеленая Россия». Мы за чистоту нашего поселка. Мы каждую пятницу в течение вот трехмесячника мы будем выходить и убирать. Снег, который прятал под собой уличный мусор, растаял, и поэтому надо всем вместе приводить в порядок окрестности поселка. Помимо этого, здесь очень много мусора старых времен. Это груда ржавого металла и старые застройки некогда промышленного поселка. Но силами таких субботников с каждым годом его становится все меньше. В настоящее время убираем свою территорию, которая за нами закреплена. Работа, конечно, проводится ежегодно. По плану в поселке Сангар каждую пятницу будут проводиться различные субботники. За чистоту на территории поселка будут бороться в первую очередь трудовые коллективы, молодежь, школьники и общественные организации. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.